За 9 месяцев текущего года в комиссию при управлении Росреестра по Республике Башкортостан поступило 863 заявления об оспаривании кадастровой стоимости, которые затрагивают 1500 объектов недвижимости. 680 из них рассмотрены, положительное решение получили треть. Первоначальная оценка проводилась независимыми оценщиками по закону об оценочной деятельности по заказу госорганов или муниципалитетов. По новому федеральному закону, вступающему в силу с 1 января будущего года, заказчики получат право выбора оценщика между частным и вновь созданным бюджетным учреждением. Следующий тур кадастровой оценки начнется в 2018 году, а применять его результаты будут с 2019. Это произойдет в том случае, если республика примет решение об использовании новых правил и учредит единый орган оценки. По мнению экспертов, тогда недовольных станет меньше. Мы считаем, что правильно принят закон о переходе на новую систему государственной кадастровой оценки, и аккумулирована вся процедура, весь процесс государственной оценки в руках, как сказать, одного, да, учреждения, в руках бюджетного учреждения, которое несет за это ответственность, персональную ответственность. Они производят вначале сбор, систематизацию, мониторинг всей информации об объектах недвижимости. То есть им дается вот год на подготовку к проведению государственной кадастровой оценки. Полную версию интервью с заместителем руководителя Росреестра по Башкортостану Линарой Дегтяревой смотрите сегодня в 19:35.